Быстрые деньги. Принеси паспорт и получи наличные. По такому принципу в Нарьян-Маре работают небанковские кредитные учреждения. Но все ли так прозрачно и просто, как должно быть по закону? Подробности у Закира Вафина. Заполни анкету, предоставь паспорт и получи наличные за 15 минут. Таковы требования получения быстрого займа в небанковских кредитных учреждениях. Однако за столь быстрым и простым способом получения денег стоит ряд важных вопросов. Полная неясность с тем, куда же в конце концов утекают персональные данные человека, его анкетные данные, паспортные, копии паспортов и его подпись. Значит, неизвестно, кому она, собственно говоря, попадает, эта персональная информация, каким образом она потом может использоваться и так далее. Использование персональных данных, а главное платежей по займу, регулирует 353-й федеральный закон. Он предусматривает конкретную форму договора при оформлении займа. На первой странице в правом верхнем углу должна быть размещена полная стоимость кредита, которую должен отдать заемщик. Наша съемочная группа отправилась в одну из таких кредитных организаций, но такой документ нам не предоставили. При виде камеры сотрудники и вовсе сказали, что займы не выдают или находят другие причины для отказа. Несмотря на то, что это является нарушением закона о потребительском кредите. У нас всеми занимается главный менеджер, я не имею права. А где найти главного менеджера? Взыскатели работают. Вот наш официальный сайт, там все есть. Вот все там здесь все бумаги. Есть копия договора, да, там да, все да, должно вот быть, есть. Конечно. В округе действует более 10 подобных организаций экспресс-кредитования. Это количество говорит о том, что быстрые займы пользуются спросом среди жителей. Поскольку есть определенный спрос, есть своя ниша, так сказать, не банковское предоставление денег взаймы, то, бога ради, пусть их количество увеличивается, пусть эти услуги расширяются, может быть, это приведет к снижению все-таки процентных ставок, да, по этим займам, но требование-то одно – это все должно осуществляться в легальном правовом поле. По закону, обратившись в такую организацию, клиент должен получить исчерпывающую информацию о кредите. У жителей округа сложилось свое мнение о быстрых займах. Это только кого срочно надо деньги или на водку занимают. Я знаю, что это такое кредиты, поэтому очень отрицательно отношусь. А что такое грабеж населения? Самое непосредственное. Я считаю, что это долговая яма, если так сейчас сказать. За 15 минут возьмешь, а потом 15 лет будешь давать. Брать или не брать кредит за 15 минут – дело каждого. По словам уполномоченного по правам предпринимателей, руководители этих офисов должны сами сообщать о преимуществах и недостатках таких форм займа. Закир Вафин, Вадим Стасюк, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».